Всем добрый день. Меня зовут Стрельская Альбина, и я координатор по продуктовой коммуникации компании Oriflame. И сегодня я хотела бы поговорить с вами более подробно о комплексном уходе компании Novage. Уже более 50 лет компания Oriflame выпускает средства по уходу за кожей. Мы используем натуральные ингредиенты, и на самом деле очень важный момент, то, что все наши исследования подтверждены, и в том числе на безопасность, подтверждены дерматологическим контролем, проведены потребительские тестирования, клинические тестирования. И благодаря тому, что наш бизнес сетевой, мы можем рекомендовать нашим клиентам индивидуальный уход, подобрать абсолютно каждой клиентке именно тот уход, который подходит именно ей. Что такое серия Novage и вообще что есть серия Novage? Это, конечно же, комплексный уход, первое, что приходит на ум. Но важно помнить, что в первую очередь, если вас спросят на улице, если вас спросит клиент, первое, что вы должны сказать о серии Novage, что это инновационные технологии. Инновационные технологии экстракта стволовых клеток растений, это передовые технологии, это опыт наших ученых, лучших ученых, это клинически доказанная эффективность, это не пустые слова, те моменты, которые мы заявляем, да, то есть эффективность, которую мы заявляем, она клинически доказана. На базе компании Oriflame есть такой аппарат, уникальная технология, аппарат Dyna, который измеряет глубину морщины до использования крема и после использования, ну, в частности, комплексного ухода. И именно он позволяет определить эффективность. То есть это не просто голословное заявление или заявление на основе потребительских тестирований. Это гораздо более глубокие исследования. И самое важное, что наши исследования подтверждены комитетом этики. Поэтому то, о чем мы заявляем, мы можем смело говорить нашим клиентам в первую очередь, эффективности. Вот, скажем так, очень важный момент. На базе нашей компании есть Институт исследования кожи, который занимается как раз-таки передовыми технологиями. То есть нашей компании запатентованы технологии. И очень важный момент, что Институт исследования кожи – это действительно огромные, многомиллионные инвестиции, об этом важно помнить. И компания Oriflame вкладывает эти многомиллионные инвестиции в свои продукты, в разработку своих технологий и продуктов для того, чтобы оставаться в авангарде компаний, косметических компаний на косметическом рынке. Мы исследуем вплоть до, знаете, таких моментов, как совместимость крема с баночкой. То есть это еще и об уважении продукта очень большой момент. Продукту. Очень часто, ну, некоторые мои, в том числе клиенты, или как бы я слышу от консультантов, что им отвечают или говорят о том, что я использую косметику класса люкс. В этом случае абсолютно не стоит пугаться, если клиент использует косметику класса люкс. И я могу говорить сразу таким клиентам, что прекрасно, тогда комплексный уход на Вейдж – это то, что тебе действительно подойдет. В первую очередь я спрашиваю скептикам, задаю вопрос, чем отличается косметика класса люкс от обычной косметики, от масс-маркета? Как правило, первое, о чем говорят клиенты, о чем говорят люди, да, потребители, наличие каких-то более там высокоэффективных веществ и так далее, да, то есть которые позволяют там лучше воздействовать на кожу. На самом деле, вот я вам скажу, что есть такие крема, которые абсолютно идентичны класса люкс и масс-маркет, можно найти в магазинах, абсолютно идентичны, и это не означает, что масс-маркет используют в том числе плохие ингредиенты или более низкого качества. Есть разные марки и есть чем сравнить. Но вопрос только в том, и главное отличие класса люкс от масс-маркета, то, что масс-маркет выкупает существующую технологию, отработанную технологию класса люкс. Класс люкс имеет свои научно-исследовательские центры, и мы как компания Oriflame, мы имеем такие научно-исследовательские центры, которые занимаются разработкой
качественных средств по уходу, передовых средств по уходу, где мы используем опыт наших лучших ученых. И на самом деле, то есть вы можете смело об этом заявлять и говорить, что если мы говорим про серию NovAge, что отличий нет. Абсолютно нет. И тому подтверждение вот такое, собственно говоря, исследование, вы знаете, оно уже достаточно давно было, да, где сравнивались крема класса люкс, в том числе крема в одной категории, то есть которые заявляли об подтягивании контура кожи, об омоложении и так далее. То есть идентичная крема, можно сказать, по своим заявлениям, рекламным заявлениям, и сравнивалась их эффективность в целом. Так вот, мы заняли второе место после Dior, но я могу сказать, что даже если вы сравните последнее место и наш крем NovAge Ultimate Lift, вы можете просто по цене в первую очередь сравнить, вы действительно увидите колоссальные разницы в суммах. Поэтому вы можете смело заявлять нашим клиентам о том, что вы используете и предлагаете только самую качественную косметику класса люкс. Очень важный момент, то, что наша кожа на 20%, то есть то, как будет выглядеть наша кожа, на 20% зависит от каких-то генетических моментов, внутренних факторов. И 80% это внешние факторы, это тот образ жизни, который мы ведем, то, как мы ухаживаем за кожей, питание, стрессы и так далее. То есть все это влияет на внешнее состояние. Очень часто мне мои клиенты тоже в том числе говорят о том, что у тебя такая прекрасная кожа, чем же ты ухаживаешь? Ну, могу сразу сказать, что для того, чтобы привести кожу в порядок, нужно время. И нужен качественный уход в первую очередь. И я ухаживаю качественно за своей кожей уже с 18 лет. Поэтому не надеюсь на генетические моменты, надеюсь только на себя. Надеюсь, что и ваши клиенты тоже поймут необходимость использования комплексных уходов, качественных средств по уходу за кожей каждый день. Наша компания предлагает огромную линейку. Линейка серии NovAge – это различные средства для различного состояния кожи. Повторюсь, не возраста, о состоянии кожи. Очень важный момент. Необходимо оценить, как выглядит кожа, тусклость, расширенные поры, потеря упругости и так далее. То есть все моменты. И очень важно нам, как консультантам, понимать, чего же хочет наш клиент. Это самое важное в первую очередь. Спросить, какой результат от серии хочет клиент, для того, чтобы подобрать эту серию. Конечно, мы можем ориентироваться на возраст, но поймите, что, и я как визажист могу вам сказать, что очень часто вижу клиентов уже в 25 лет с кожей, которая требует как минимум серию экологен. Поэтому этот момент я оставляю на ваше усмотрение. Вы знаете о всех факторах, они прописаны в том числе на слайдах. И я надеюсь на то, что вы грамотно сможете подобрать каждую из серий индивидуально для вашего клиента. Сегодня я хочу поподробнее, у меня такое небольшое, короткое к вам сообщение, поэтому сегодня я хочу рассказать об обновленной серии NovAge. NovAge Экологен – это наше ноу-хау. Когда-то серия Экологен Wrinkle Power – это одна из самых продаваемых серии комплексного ухода. Это действительно был наш вау, это бум, это действительно высокоэффективная серия. На сегодняшний день она получила перевыпуск и стала еще более уникальной. Почему еще более уникальной? Посмотрите на наши рекламные обещания. До 49% сокращения морщин мгновенно. Вы можете вообще в это поверить? Мгновенно. На самом деле, я вот по своей натуре скептика, конечно же, я проверяла этот результат. И на мастер-классах, которые я проводила вживую, на мастер-классах, где
я брала людей просто из зала для того, чтобы продемонстрировать этот результат. Мы просто действительно делали фотографии, получали действительно уникальный результат и очень удивительный для многих, в том числе консультантов, но неудивительный уже для меня. Почему именно мгновенный? Вообще, на самом деле, конечно же, это тренд, и компания Reflame в первую очередь отталкивается от того, что хочет женщина. И да, мы тоже следуем трендам, но не слепо следуем трендам, а мы стремимся раскрыть красоту каждой женщины. Когда я на своем лице вижу какую-либо морщинку, вот действительно могу сказать сразу, хочу, чтобы она исчезла мгновенно, сразу. И все мы, мне кажется, девушки ведемся на такие обещания, когда мы видим какую-то волшебную баночку, по крайней мере, нам кажется, что она волшебная в магазине. Как же, но это еще раз повторюсь, по поводу исследований, это не голословное заявление, это действительно клинически доказанные результаты, которые были протестированы, согласованы комитетом этики, что очень важно, и в том числе донести нашим клиентам очень важно. Так вот, за счет чего мы получаем такой действительно уникальный результат? В первую очередь за счет содержания низкомолекулярной гиалуроновой кислоты в составе этой серии. Она действительно очень глубоко, максимально глубоко проникает в поры. За счет своей вот этой вот низкой молекулярной массы ей удается действительно глубоко и быстрее проникнуть в поры, проникнуть в глубинные слои кожи, где гиалуроновая кислота заполняет морщинки и как бы приподнимает их. В составе также ниацинамид B3, витамин B3, который восстанавливает разрушенные клетки, поврежденные клетки кожи, улучшает микроциркуляцию кожи. В составе также, если в прошлой, ну, в сравнении с прошлой серии в составе был экстракт посленовых, в этой серии экстракт эдельвейса. Почему мы сделали такую замену? Потому что именно экстракт стволовых клеток эдельвейса гораздо сильнее защищает от вредного воздействия окружающей среды, от ультрафиолета в том числе, и дает максимально мощное антиоксидантную защиту нашей кожи. В составе также пребиотик. Это опять-таки ноу-хау, достаточно дорогостоящий компонент пребиотик. Вы знаете, что такое пробиотик? Это микроорганизмы, которыми заселяют наш желудок, да, для того, чтобы облегчать пищеварение. Пребиотик – это несколько другое. Экстракт, который добывают на границе, где встречается морская вода с пресной водой. И на самом деле далеко не каждая компания на сегодняшний день использует такие передовые технологии и стремится дать женщинам все самое лучшее. Вообще, что делает пребиотик? У нас есть микробиом, так сказать, на коже, да, то есть это бактерии, которые заселяют точно так же, как и желудок, кишечник и так далее, то есть заселяют наш организм, точно так же они есть и на коже. Но важно, чтобы это были полезные бактерии, потому что если у нас разрушается защитная мантия кожи, разрушается наш микробиом, появляется как следствие шелушение, появляется краснота, появляются пигментные пятна, в частности, воспаления различные. То есть это все свидетельствует о том, что чувствительность, опять же, какая-то резкая реакция на какие даже просто мягкие средства, это все говорит о том, что разрушен микробиом кожи. Соответственно, мы должны восстанавливать этот микробиом, и в частности в этой серии есть пребиотик, который восстанавливает микробиом. Также дает долгосрочный эффект трипептид-технология. Что это за технология? Нами выявлено три пептида, которые максимально воздействуют на коллаген и эластин, омолаживая его, да, и в синергии, то есть объединенные в одну технологию, запатентованную технологию, они дают как раз-таки вот тот самый эффект синергии, когда усиливается выработка коллагена и эластина в разы, гораздо больше, чем по отдельности.
Вот такая уникальная серия появляется в нашей линейке. Да, еще добавлю в состав крема для кожи вокруг глаз входит технология Optical Pearl, которая еще обладает подсвечивающим эффектом, кофеин, который улучшает микроциркуляцию, что необходимо. И в составе дневной крем на основе обладает SPF-защитой, SPF 15. Ночной крем в составе еще дополнительно ниацинамид и масло ши, которое увлажняет, ухаживает за кожей. То есть действительно уникальная серия. И что еще очень важный момент, очищение представлено двухфазное, это два в одном. Я вообще против уходов два в одном, но я могу сказать, что это тоже запатентованная технология компании, это разработка компании. Это система, где нам удалось объединить два средства в одном, для того, чтобы нам было легче, проще и быстрее ухаживать за собой. В составе очищающее средство также витамин Е и бисабол, которые дополнительно еще смягчают, ухаживают за кожей, увлажняют ее и снимают какие-то воспалительные моменты. И очень важный момент. Обязательно скажите вашим клиентам, что важно использовать серию комплексно. Не только, например, сыворотку, в частности, которую очень любят и говорят о том, что она содержит максимальное количество гиалуроновой кислоты, поэтому приобретаем сыворотку. Нет, на самом деле каждое средство дополняет предыдущее и усиливает эффект, ну, эффект от предыдущего использования средства. Это очень важно. Именно сыворотка богата, действительно богата ингредиентами, компонентами, которые максимально заряжают кожу и дают возможность быстрее вырабатывать коллаген и эластин. Именно благодаря тому, что она максимально легкая, она быстрее проникает, чем любое другое средство, в частности, чем крем в глубокие слои кожи. Но важно помнить о том, что клеточки, обезвоженные клеточки, они не рождают здоровые клетки. Поэтому обязательно сыворотка, крем. Что касается, обязательно отдельно используем крем для глаз, потому что кожа не содержит подкожно-жирового слоя, и это вообще отдельное средство, и для кожи вокруг глаз должны быть отдельные средства по уходу. И, конечно же, очищение и тонизирование, то, о чем я сказала, именно грамотное первый этап очищения и тонизирования дают в дальнейшем правильно и грамотно воздействовать серией. Потому что если вдруг очищение подобрано неверно, то в таком случае, к сожалению, все остальные вещества, например, ну, условно, наш клиент может умываться в том числе и мылом, либо какими-то средствами, содержащими салициловую кислоту, неподходящими для него средствами. Даже если это может быть просто мицеллярная вода, которая также на постоянной основе ее использовать нельзя, которая растворяет микробиом кожи. В дальнейшем все последующие средства просто могут быть подобные всего лишь детскому крему, особенно в частности, если те, кто использует очень жесткие очищения. Как проверить, очищение жесткое для вашей кожи или нет? Если вы умываетесь и у вас возникло сразу же ощущение нанести крем после него, или походили минутку и есть необходимость нанести крем, вы прям ее чувствуете, значит, средство подобрано неверно, неправильно, и нарушается микробиом кожи, и значит, возможно, что все последующие средства пойдут всего лишь на смягчение кожи, и все эти средства останутся всего лишь на поверхности кожи. Поэтому очень важно использовать комплексную серию, комплексный уход для максимального эффекта. Поверьте, это очень важно. И лучше порекомендовать нашим клиентам, если даже он хочет приобрести сегодня только сыворотку, лучше порекомендовать завтра купить весь уход для того, чтобы к нам потом клиент вернулся и действительно увидел результат. И я вам также рекомендую использовать средства на мастер-классах, на половинку лица, для того, чтобы наш клиент увидел результат. Конечно же, вы доделаете вторую половинку, но очень важно, чтобы клиент посмотрел и увидел тот самый эффект уменьшения морщин на 49% в частности. Поэтому
рекомендуем грамотно и правильно. И вам поможет. Все-таки я приверженца того, чтобы мы рекомендовали серии, которые подходят именно нашему клиенту. Не стоит предлагать девушке, которой 19 лет, серию «Экологен». Поэтому ей хочется попробовать, если мы ей говорим о True Perfection, ей хочется и попробовать серию True Perfection в частности. Поэтому помощь всегда